Ничего себе. Обалдеть. День подальше с Аней. Ну да, вот суббота. Сейчас мы заезжаем в самый длинный туннель в Корее. 10 965 метров. А чтобы не уснуть, здесь есть специальные такие вот мигалки, громкоговорители. Потому что когда едешь в туннеле долго, сосне более 200 лет. Необычный символ Кореи. Растет прямо на скале. Входим в буддийский храм. Ждем, пока сбудется желание. Обед. Жареная скумбрия. Салатики в Корее бесплатно. Рисик. Чаевые не нужно. В общем, не страна, а рай. Почти что сказка, да. Лёш на Оксан. Крабики. Креветки во фритюре. Абай. Хулиган. Же есть это парк фаллосов где-то недалеко. Они повсюду. И вот напишите тоже, что а вот мы живем, были, когда жили, допустим, в Ташкенте, да? Мы говорили, допустим, что это слово, допустим, дедушка. Наперед. Для тех, кто боится, лучше не ходить. Добро пожаловать в Корею. В общем, приехал я на 40 минут раньше. Пойду осмотрюсь. Ну, лучше раньше, чем опоздать. Я думал, вообще такси не поймаю, но быстро приехал. Довез так быстренько. Железнодорожная станция. Я вообще здесь впервые. Что-то все строят, дома вон. Остановка для такси. Сюда садитесь, и к вам такси подъезжает. И там вот еще напротив тоже. Ну, обычно черное такси дорогое подъезжает, но здесь не Сеул, поэтому тут без разницы. Пойду и схожу в одно место. Может быть, кофе там какой-нибудь найду. Что-то влезайте. Хотел вам показать тут. Многих так это нравится иностранцам. Здесь мыло, видите, вот так вот делают. Когда моете, так двумя руками. Какая идея тоже. Туалеты чистые в Корее, везде они есть и везде бесплатные. Утки плещутся. Принимают утренние ванны. В 6 утра уже
Мои новые знакомые выехали только с города Инчхона. Не знаю, за полчаса доедут они. Еще пойду я пройдусь. Вот там строительная компания Hyundai строит здесь дом. Они занимаются застроительством домов на внутреннем рынке. Пойду я туда вот схожу. А там мы встретиться договорились на остановке. Сейчас там бабушки уже 6-10 утра на тренажерах занимаются. Для водителей Хюгесо. Там туалеты, кафе. Автозаправочная станция. Ничего себе. Обалдеть. День подальше, Саня. Ну да, вот суббота. Туман красиво стелится. Так, мы сейчас будем здесь. Пигодя. Я их не ел, наверное, посмотрим, я не знаю, лет внутри. 8, наверное, если не 10. Ой, как? О, ничего себе, как это 8 лет. Да. Давайте попробуем. Вообще, так вкусно, вкусно. Спасибо большое, спасибо. Орешки. Спасибо. Ты сама пила? Нет, ты что? Когда мы... Сейчас тут перекусим быстро. Тамарана, кофе. Орешки с вареной сгущеночкой. Вау. У корейцев такие же, но только с красной фасолью. Будем есть. Очень вкусно. В Корее делают. Чак-чак. Сладкий татарская, десерт. Не? Татарская, да? Вообще татарская. Чак-чак, татарская. Ну, для корейцев все это российское. Да. Сейчас мы заезжаем в самый длинный туннель в Корее, 10 965 метров. А чтобы не уснуть, здесь есть специальные такие вот мигалки, громкоговорители. Потому что когда едешь в туннеле долго, усыпляет вас. Как-то вот музыкальную дорогу проезжаем.
Да-да-ра-ра-да-ра-на. Это чтобы не уснули водители. Музыку очень громкую. Это здесь одно из красивых мест? Да. Мяунцин. Мяунцин. Вот мы сейчас туда едем. Мы едем купаться. А, вон, смотри, вот эта площадка, да, там? На эту площадку? Слева. Может, как это обзорная площадка? Хочу. Обзорная площадка Хайдзю на Восточном море. Одно из самых красивых мест Кореи. Одно из самых красивых мест Кореи. Зарегистрировали как Мюнсин. Зарегистрировали как Мюнсин. Наверху построена беседка красивая. Наверху построена красивая беседка в корейском традиционном стиле. То 70 километров проехали примерно. О, много машин очень. Делали остановку. 3 часа ехали. Около 3. Что-то здесь кошек, да, очень много? Там уже Северная Корея. Шучу. С ней более 200 лет. История, но, несмотря на это, необычный символ Кореи. Растет прямо на скале. Идем к маяку и поедем дальше. Сегодня очень насыщенная будет программа.
Входим в буддийский храм. Храм Нагтонфа, один из древних храмов. Здесь несколько входов и выходов. Монах буддийский. Наберу водички. Причем это бодхисаттва. Смотрите, какие цветы. Здесь 15-летний зад был пожат. Здесь тоже горело. Все деревья выпились. Через второй раз, когда переоткрытал здесь недавно еще. Ну, что-то вообще много было все было голое. 13 лет назад? 15 лет назад. И вот здесь вот вокруг этих пород, здесь были везде посажены эти грушевые деревья. Это заново пришло, когда пошли пожары. Потому что здесь много было грушевых деревьев. Грушевые деревья. И будет еще другая стража, она еще лучше будет. Даже там они даже будут. То есть в корейском буддизме, если кто-то показывает, как мы поднимаемся. Там дома это гора. Потом поднимаемся на Сенную гору. И самая вершина, то есть там, где самые главные пагоды, самый главный павильон, сосатые Будды, это, можно сказать, уже не небеса. Это вот там зависит, почему небеса. И мы как будто поднимаемся на Сенную гору, и мы должны пройти некоторые. Потом мы пойдем к Хатинмангму, это где 4 стражника. Потом поднимемся выше, где Хонгхунг пойдем, это самый главный павильон. Он посвящен как раз вот бодхисаттве. Потом поверьте, пойдемте на самой статуе, в основе бодхисаттвы. Потом спустимся, посмотрим, где вот много рук. Потом спустимся, там будет небольшой вот статуе. И подходим, посмотрим, самое главное место, это можно сказать, это грот и скит буддийский. И место, где была Дон Хапур, Нитангде, это тоже одно из китайских мест. И в этой правительстве очень называется Андо. Допустим, кто нам пьет, говорят. Вот туристы, смотрите, гуляют. Допустим, где он был? Вот эти стража, да? Четыре короля. На злых духов. И если тебе его дух это злой, они его не пускают. Поэтому, когда проходим через это, нужно находить хорошие мысли. Часто даже, кстати, буддисты, да, им воду кладут или крышечку открывают. Ну, вот Чогиса я видел. Им? Поклоняются, да, стоит вода. Вот они ставят, это просто как приветствие, когда заходят. Приветствие. Деньги. Нет, поклон. Вперед, вперед. Это у вас как? Скорее всего.
Это когда у них праздники, да? Они... Нет, утром и вечером есть во время службы. Их же тут все обход есть, когда там что-то они ходят. Нет, это просто заходят на лаки и по очереди стучат. Беседка встречи солнца. Лет назад этот храм полностью выгорел из-за пожара. Полностью восстановлен. С нуля. Ну, если будет время, зайдем в музей, там есть фотографии после пожара. Связан с крепостью, силой. Даже последний стражи перед входом уже в небеса. Понятно. Эта пагода, она является наследием, культурным наследием. Одно из единственных, можно сказать, что сохранилось после пожара. Thank you.
дорога, которая сбывает ваши мечты. Да, сбытие есть мечты. Надо загадать. В сторону Батьсапы. Мечту. Дорога исполнения мечты. Пирамидки желаний. Каждый кладет по камушку. И если пирамида выстраивается, не рушится, все желания сбываются. Здесь такая пирамидка. Есть очень большие. Надо было камушек привезти с собой. Как в этом фильме, кто инвалид? Я инвалид. Этот чертов инвалид. Не шуми, я инвалид. Что считается там грехом, либо то, что человек начинает делать какие-то границы, это все воображение. И в этом мире он перестал, осознал, что все идет от осознания человека. Как он понимает, так и так это и так и будет. И он отказался в дальнейших путешествиях в Китай и вернулся в Корею. И он проповедовал в Корее буддизм, то есть, что можно, каждый может добиться истины. Просто там медитация, либо еще чем-то. А другой, Уишан, он поехал в Китай, там он закончил обучение, и когда вернулся в Корею, он был основателем буддизма. Аумгён это учение. Аум. В этом месте мы сейчас посмотрим место, где он молился долгое время и где он встретился с ним. И на этом месте он построил храм. Это что, видишь? Это 16-метровое каменное, стоящее Бодхисаттва Питашхара. В 77 году построили. Когда его строили, он был самым высоким в Восточной Азии. Сейчас он не самый высокий. Он смотрит не на восток, не на Японию. К Японии он никакого отношения вообще не имеет. Я должен был собирать друзья. Кого пойдем еще? Всего лучшего. Колокол желаний. Искренне загадать желание, я должен быстро. Мы сейчас пойдем туда, вот беседка, видите внизу беседка? Ага. Это место, где монах Уишан молился, чтобы встретиться с Бодхисаттвой Питашхара. На этом месте была построена эта беседка, и это место называется Уисан-де. Беседка Уисан, имени. В 671 году он встретился. Пляж Наксан. Ну, здесь много раз горал, здесь пожары. Ну, последний пожар даже был. Известны своими здесь закатами. То, конечно, конец, который постоянно здесь находится, это там есть одна ступа. Потом увидели пагоду и концерты. Это три дни. Еще один
это не кафель. Кафель. Да, черепить. Ой, надо было Ирка это. Я люблю вкусную еду. Неважно, как она выглядит. Эстет называется. Да, еда некрасивая. Здесь посмотрите рыбу. Лотосы, да. Ну это они, вот там вот, кстати, как называется? Как это называется? Лотос? Лилия? Лилия? Морская кушанка? Я не знаю, правильно. Это не лот, он высокий который. Но он будет чистить только через месяц. Это морская, водяная лилия или водяная кушинка. А вон, видите, это не утка какая-то. А, утка. Ну да, утки, это мандарины утки, да, называют? Мандарины утки. Можно покататься на карете. Крабики. Бедняги. Это обед. Жареная скумбрия. Салатики в Корее бесплатно. Рисик. Чаевые не нужно. В общем, не страна, а рай. Почти что сказка, да. Рай. Но если нет работы, здесь не выживешь. Ну и трудиться нужно очень много. Васаби разрешено. Васаби. Васаби ханато чуши, да? Это у нас суп из водорослей, Mio Cook. Здесь очень много йода, он полезный. Сейчас покажу. Mio Cook, он же полезный. Саш, у тебя экзаменов нету, нет? Были уже. А то тебе нельзя было бы. Перед экзаменами вместе съешь. Соскользнет. Провалишь. Они йод едят, да? Видно вот эта надпись BTS. Здесь BTS был. Не знаю, обедали или ужинали. Случайно зашли. BTS, кто не знает, известная корейская мальчиковая группа. Идем на пляж. Едем в место, где снимали известную корейскую драму. Прошу прощения, у меня тут что-то стабилизатор перевешивает в правую сторону.
волосы. Нет. Люди купаются, похоже, там. Много очень много. Ноги мочить будете? Нет. Вот нас здесь вокруг, здесь вот полуостров, вокруг отеля. Это дрожь, где вот снимать, да? А с этой отеля, где дальше, это наша вот... Там зачем был? А когда снимали? Ну, старый, да? По-моему, в начале этого года. А, да, новый. И там показывается, что она, это хозяйка, которая на котором родился, она на деле с отеля. А-а-а. Да, типа они хозяева отеля. Сейчас идем в отель, где снималась драма. Были у них компании. Нам за Чингу. Мой парень. Я не смотрел, но посмотреть надо будет. В этом отеле снимали драму Lotte Resort. 5 звезд отель. Прохладненько здесь очень хорошо. Очень длинный забор. Из колючей проволоки. Идем на место съемок.
здесь снимали этот фильм, но никаких фотографий обозначений нет, похоже. Там будет такой снег, как будто он где-то на этой полосе. Тыквы такие, липкие риски. Раньше в древности ели. Ой, симпатичный. На улице 30 градусов жарко. Кстати, интересно, кто-то на круизе приплыл. Он может просто стоит. Нет, он здесь стоит. Все, мы приехали. Ну, вот справа, да. Ищите Абай. Приехали в деревню Абай-Маэль, где после войны обосновались беженцы. Ну там, сейчас попозже туда пойдем. Ну, а здесь пляж, где можно прогуляться. Круизный лайнер стоит. Входим в деревню. Привет, Кёв, Фритюри. Местные знаменитости, которые здесь были. Даже президент нынешний Мун Джин. Абай хулиган. Здесь же есть это парк фаллосов где-то недалеко. Они повсюду. Здесь, по-моему, это местное. Тринадцать градусов. Это из чего делается вообще? Там 13 градусов все. Это же этот, как типа медовуха, нет? Медовуха? Я бегу, я пробовал.
이게 뭐 얼마예요? 영어로 하시면 만 원이고 박스로 하시면 80. 예시 2. 얘는 두 개가 들어가 있고. 대충은 이제 어디? 네네. 이거는 뭘로 만들었어? 이거는 동동주. 당근 나비스나. 이게 야간 문이고 Они его больше потенции можно сказать. А, для мужской типа, да, да, да. В прошлый раз я его сказал. А здесь недалеко парк Фалосов есть. Чего? Парк Фалосов. Там интересная история. Эй, хватит снимать женщину. Говорит, подарок много дарят. Потом вернемся. Давайте сейчас поднимемся наверх, посмотрим. Мы вернемся к тебе. Абай, хулиган. Тут белишка сушит прям. Прям на улице. И вот напишите тоже, что. А вот мы живем, были, когда жили, допустим. Ташкент, да. Мы говорили, допустим, что это слово, допустим. Дедушка наша. Просто свои выражения скажите, можете писать. Я сказал, ну, допустим, Ростов из этого, пусть такое. Это вот эта вся деревня, да, что осталось? Нет, вообще, это все было земля. Страшно. Женщина вперед. Для тех, кто боится, лучше не ходить. Не все пройдут, такая, кто боится высоты. Не, ну никак. Добро пожаловать в Корею. Приезжайте, здесь интересно. Какой этот мост шатается. Страшно. Здесь до сих пор живут люди. Здесь до сих пор живут люди, видимо, да? Временем это объединился в один район большой. Повела мысли, да. Кумбуха гости. А, Вань. И здесь
Второго поколения. Бада. Это после войны, да, здесь? В 51-м году, да, здесь обосновались беженцы. Корейская война. Первое поколение, они пережили войну. Иноса. А она была дети. Мужчина отдыхает. Жили во время войны. Война это плохо, товарищ. Здесь известно, снимали фильм «Кавель Тува». Старый. Здесь можно на кораблике переплыть на другую сторону. Короче, везде этот сундэ продают. С кальмаром. Это роллы с кальмаром, вообще попозже договорились поесть. Очень вкусно. Очень вкусно. Здесь это популярная штука. Хочешь что-нибудь пить? Нет. Мороженое хочешь? Так обычно хожу, исследую, все, потом, ну, что-то нахожу место какое-то уютное. Потому что, ну, собака никак не покусала. Здесь до сих пор живут люди. Да, дома, конечно.
Очень бедно. Тут, наверное, очень жарко. Обалдеть, да, дом такой маленький? Ой. Туристы ходят здесь. Вот тут вообще живой какой-то. Да. Хотя тут рядом напаты строят тоже. Интересно, сколько стоит такой? Тут еще дом, да, старый? Меньше окон. Вот так вот, война уже. Туда не пойдем, там злая собака. Звонок. Главное, чтобы тут большой не был. Я люблю так исследовать незнакомые места. Не всегда это хорошо заканчивается. Ну, иногда интересно очень. Помню, я последний раз у бабульки сидел, там тусовался. Какой-то в деревне. Ой. Туалет не нужен? Туалет? Понятно. Тут двор больше. А, вот тут какой-то. Это ресторан, по-моему, наверное. Такое ощущение, что у подруги Турист, туристов много хочет. А, это пеншн? Гостевой дом. Да. С точки. Да, кореец же земледельцы. Смотри, какой автомобиль. Это даже Вьетнам напоминает. На Корею не похоже. Китай, да. Что это, город рыбаков? Тут не знаю еще, чем зарабатывать. Рыбу ловить только. Не возвращайте и все это... положите. Вот это, да? Я сказал, чеки. Это очень вкусно. Это ролл из кальмара. Обалденная штука. Приедете в Корею, рекомендую. Недавно мы его снимали в целом. Видим. Кимчи из редьки, всякие корни с перцем, кунжутный лист. Будем ужинать. Освобождение. Лапша со льдом. Если вы, допустим, из Казахстана, из Казахстана, это партработники, да? Партии. Из КНДР, партработники, чтобы нас, поскольку мы выпустили из Кореи, нас историю не знали.
острая лапша с ольем. Мы убегали в Японию, чтобы мы остались жить в Советском Союзе, чтобы мы приняли гражданство Союза. Мы часто говорили на подходе описание колени. И это они учили наших бабушек готовить вот такой сундук. Поэтому мы до сих пор в России вот такой сундук готовим. Берете сипчок и поливайте не воду, а на саму лапшу. Уксус. И держите пока ее так. Затем берете кёзя, да, горчица, и льете ее в воду. Не лапшу, а в воду. Например, налил. Это не все. Дальше. Это все чистое. Берете яйцо. Вот это желток. И его разламываете. Он же когда разломается, он же не капотит, да, вот этого вид воды. Это специально нужно делать. Но единственное, здесь чего нет, что делают еще в Северной Корее, доливают соевый соус еще дополнительно сюда. Здесь был у нас кёджа. Ну и можно его спускать. И в Корее, смотрите, многие режут, да, лапшу. Это неправильно делать. В Северной Корее, ну и раньше в Корее, никто не резал лапшу. Почему? Потому что лапша... Знаете, чей это символ? Чего символ? Лапшу. Долгая жизнь. Да. Вы режете свою жизнь как будто. Поэтому лапшу резать, ну, символически, да, нельзя. Из-за чего уксус льют. Лапша, если она долго холодная, она прилипает на губе. А уксус позволяет ей, ну, немножко так быть. Видите, вот она густела. Здесь не было уксуса. А здесь, видите, уже более мягко стало. Это из-за уксуса. Это алхимия какая-то. Ну и все, пробуйте. Конечно, вкус, он не сильно будет отличаться от обычного меню. Но вот так вот именно делают Северный Корей. Да. Это я учился непосредственно в Хиньяне. Только Северная Корея, черная точка. Единственное, когда мы идем в Хиньяне, да, они потеряют, ну, связь с историей, потому что кроме этой лодки больше здесь старого ничего не осталось. Они сами об этом говорят, то что лодка это, ну, память о том, как они жили здесь. Но это настолько тяжело, мне кажется. Видишь, там же туристы тоже помогают, но для всех как тоже. Ну, вы слышали, когда вот начинал я делать прямой эфир? Да. Не слышали дедушка, что сказал? Там не слышно. Все вышли из лодки первой. И я начинаю заходить, и он говорит, подожди, я дай отдохну немножко. И где-то минуту-две мы стояли, просто ждали, пока он не отдохнет. Ну правильно, ему сколько лет? Ну, за 70 точно. Ну, если бы я так в 70 еще тягал, я вообще счастлив был. С кровати-то еле-еле встаю иногда. Едем обратно в Сеул, 210 километров. Время прибытия 23:10. Пищевые добавки, допустим, там это. Все, еду домой. 11 вечера. Стоят солдаты времен Чосон. Открыли дворцы, походу. Это как Белый дом в Вашингтоне. Здесь он называется Голубой дом. Переводится. Вот он, центральное здание.